следующий сюжетик. Число Рамсея от 3 к 4 равно чему? Кто помнит? Число Рамсея от 3 к 4 равно 9. Так, на всякий случай, для тех, кого тогда не было, если у нас даны 9 точек, каждые две из которых соединены отрезки красного или синего цвета, то мы получаем, что для 8 точек может так быть, что нет ни одного красного треугольника и нет ни одного синего полного четырехрешильника. Вот для 9 точек такого не бывает. А для 8 точек можно придумать такую картину. Я сейчас быстро еще раз ее напомню. Если мы берем 8 точек и соединяем, рисуем в сторону и проводим диагонали. Давайте посмотрим, есть ли на этой... Итак, давайте я напишу, чего я хочу. Чтобы не было ни одного красного треугольника. И я хочу, чтобы не было ни одного синего полного четырехвершинника. Обозначаю это вот так, а картинка это вот что такое. Это 4 точки, каждая из которых соединена с каждым. Давайте разбираться на нашем чертеже. Представьте себе, что нарисованные отрезки это одного цвета, а вот эти отрезки это все другого цвета. Скажите, пожалуйста, такого цвета у нас есть треугольник? Или нет? Есть? Есть. Замечательно. Значит, этого цвета треугольник есть. Вот эти отрезки, давайте договоримся, что будут красные. Вот эти вот проведенные жирные отрезки, они красные. А те, которые здесь не проведены, точнее проведены пунктиром, да, или вообще не проведены, это пусть будут синие. Пожалуйста, приглядитесь все к этому чертежу и поймите, что действительно у нас нет ни одного красного треугольника. Ну, смотрите, дело в том, что диагонали вот эти большие, они вообще общих точек не имеют. Поэтому ни в какой треугольник диагональ, ни другая диагональ войти не могут. Если идти только по контуру, то извините, треугольник не получишь. Если идти по диагонали, а потом по контуру, то тоже треугольник не получишь. Значит, понятно. Теперь, почему нет четырехвершинника, чтобы у него не было вот этих отрезков, чтобы у него все отрезки были пунктирные? А это тоже понятно почему. Потому что если вы берете 4 вершины, то запрещено их брать рядом, потому что иначе будет красный отрезок. Значит, надо их брать хотя бы через одну. Но если вы берете через одну, через одну, через одну, то единственный способ это взять вот так вот ровно половину вершины. А здесь противоположные соединены красным отрезком. Итак, вот это я напомню.